Пожар уничтожил кровлю мебельного цеха в Махачкале. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Здание располагалось на улице Юго-Восточной, 75. В настоящий момент сотрудники приостановили распространение пожара на соседнюю площадь. В ликвидации задействовали более 50 человек и 20 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Дагестану. 9.01 по системе 112 поступило сообщение о пожаре по адресу города Махачкала, улица Юго-Восточная, 75. Горит кровля мебельного цеха. 9.42, пожар локализован. Угрозы распространения пожара отсутствуют. На пожаре задействована группировка, адрес ОЧС, 76 человек, 22 единицы техники. В том числе от МЧС 47 человек, 12 единиц техники. На пожаре задействована психологическая группа Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. Жертв и пострадавших на пожаре нет.